That's lovely. Watch out. Там же мяка тоже. Здрасте, тетя Тамара. Здравствуй, Ниночка. Как водичка? Теплая. Че, куда пойдем? Может, на море? Время так быстро пролетело. Послезавтра уже улетает. Как мне хочется. Слушай, а куда Моисеич пропал? Я не знаю, что давно его не видел. Интересно, о чем он сейчас думает? Мне кажется, мы ему не нравимся. Это девушка. Она вообще вас не видит. Каждые 3 часа кушает, каждые 2 часа какает. И рождаются, чтобы быть счастливыми. Ну, как и мы все рождаемся, быть счастливыми. Вот вы знаете об этом? Я вот знаю. Но для этого их нужно чаще держать на руках, чаще подносить к груди. Ну, чтобы они чувствовали, что их очень тут ждали. Что очень любят, что они очень хорошие. Тогда у них все будет хорошо. Покакала. Чего ты рано покакала? Только час назад какала. Ладно, друзья. Пойду ее мыть. А с вами давайте увидимся завтра вечерочком. Я подойду к центральному пляжу. Угу. Пока. Будем кукурузу? Будем. Ну, покупай. 2. Тебя как зовут, мальчик? Миша. Миша? А плавать умеешь? Научим. Давай руку. Здорово, пацаны. Мы к морю правильно идем? Все время прямо, а там по запаху поймете. Спасибо, пацаны.
Винцо попиваете? Откуда, куда? На море ходил. И что, там много народу? Да полно. Надо пойти искупаться. А, тут это. Слышали? В санаторий «Ветерок» приехала женская сборная Украины по синхронному плаванию в открытом море. 50 красоток, прикинь? Киевлянки. Так Даня? Ну, Даня. Ушел с работы и туда сторожем устроился. А когда приехали? Позавчера. Надолго? Ну, Даня сказал, что у них тут сбор на месяц. Тогда успеем. Ладно, увидимся. Ты его знаешь? Первый раз вижу. Парни, ждете кого-нибудь? Садитесь в машину. В смысле? В смысле, мою машину садитесь, в смысле. Зачем? А почему нет? Все равно, ребята, вы без дела стояли. А я устал трезвых людей возить. Ну, только денег у нас нет, если что. Денег у меня тоже нету, слава богу. Красное сухое. Жару белое лучше идет. Вот у меня был сосед. Лучший винодел города. А второй сосед был лучшим тамадой. Вы понимаете, какая у меня была молодость? Сейчас сердце подчаливает. Может, на море поедет? Там санаторий «Ветерок», женская сборная из Украины по синхронному плаванию в открытом море приехала. 50 красоток. 50 красоток. Украина. Ой, мама. Знаю, ребята, знаю. Я за сегодня столько людей возил на море, что машина туда ехать не хочет. Лучше поднимемся в горы. Лучше моря могут быть только горы.
красиво, да. Красиво. Если б не было моря, было бы по-другому. Я тоже в детстве жил у моря. Замечательно было. Туристки, друзья, соседи. Спать никто не хотел. Было море, море любви, море вина и реки радости и счастья. Я знаю, куда нам надо поехать. Маленьких наловили. Сейчас у соседей, наверное. Песни их не слушают. А где Леонид? Добрый вечер. Приятного вам чаепития. Здравствуйте. 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 Заходите к нам на чай. Спасибо, родные, спасибо. Обязательно зайдем. Браво!
Ну что, куда пойдем? Может, на море?